Это так нельзя оставлять. Это я должен это сделать. Я должен сесть на этот поезд. Убейте всех. Как скажете, фельдмаршал. Ну что тут? Ну что это такое? Что тут, это военные еще какие-то. Что вы здесь делаете, военные? Так. Ну ладно, давайте работаем. Пока это обыкновенные бегуны, в целом ничего страшного. Справимся как-нибудь. Ой, рановато. Нет. О, да. Ну вот что ты от них отошел? А, не, все равно неплохо взорвался. Молодец. Валю. Валю, зомби. Так, это, конечно же, не конец, да? А, или конец. А, вон бежит, 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 бежит. О, ну-ка давай с тобой сначала разберемся. А, что? А, надо на F жать, блин. Падаль. Не дал мне сделать контрудар. Каков негодник, а? А это что еще такое было? О. Вот ты и попался. Ой, жирный, 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 жирнич. Иди сюда. Иди сюда. Так, ну в целом получилось хорошо. Давайте, давайте. Еще не слишком душно. Ребят, я еще не лезу на стенку от дикого количества крипцов. Давайте, давайте еще. Сожгите мне еще сильнее сраку, ребят. Давайте, у вас получится. Хорошо. Молодцы. Так. Ну вы же в химзащите, вам плевать. Ой, попал, блин. Попал, блин. Это я мега плох. Во, нормально. О, смотрите, бежит, 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 бежит. Бежит. А, да ладно, не получилось. Ладно. Давай. Хорошо. Чей это ты? Вот дурачок. Ладно, все, давай тебя так добью. Еще? Ну давай. Ну давай. Ну что ты стесняешься? Ну не стесняйся! Молодец. Там что, здоровяк на меня идет? Не, не здоровяк. А, не, здоровяк. Лол. Ладно, давайте. Гранату у вас кину. Ну, в целом, что, можно и это. Так, сначала мы тебя убиваем. А где здоровяк? Не надо, не прыгай, не прыгай. Не прыгай! Подумай! Да нет же! Здоровый парень! Дай мне сделать добивание.
Ты, конечно, парень здоровый, но... Дай добивание сделать. Да, пожарный, ты очень неправильно падаешь. Ты должен падать так, чтобы неудобно было. А! Лолита. Так, ну-ка давай-ка. Ой. В целом можно в себя может тебя гранатами попробовать закидать. Нет, 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 не вставайте, сидите, сидите. Эй, дурак. А почему так вышло? Я же был далеко. Ну давай. Блин, получилось. Давай еще разочек. Ать, хорошо. Ну теперь-то я тебя накажу, пожарный. Нет! Что я наделал, блин? Что я сделал? А, да? А почему у него иммунитет на оружие? Кто разрешил? Кто тебе разрешил быть с иммунитетом, скотина ты такая? Это не конец? Конечно, это не конец. Это не мог быть конец. Я даже думаю, что это только первая волна. Ой, опять у меня куча всякого. Куча всякой вкуснятины. Не жри меня, подумай, к стихе. Ну, да. Ну давайте еще, давайте, давайте. Давайте. Больше ареночки. Больше ареночки. Давайте, минут на 15, на 20 еще. Мы же так это любим. А как вы себе это представляете? А что мне с тобой делать? Как мне к тебе попасть? Если так. Игра, это рофл? Это рофл такой? Вы... Мне заново придется начинать, да? Игра. Это какая-то жесть. Мое сердце этого не выдержит. Так, подожди. Ну, да. Он каким-то чудом оказался там. Где ты там падаешь, что я не понимаю?
И типа, что мне делать? Умираться? Умираться начинать заново? Натуральный софтлок получается, то есть. Ну-ка, давай-ка попробуем. Так, иди сюда. Иди сюда. А не получается, да? Какой же КФ? Какой же КФ? Вы посмотрите. Вы посмотрите, как же это хорошо. Как же хорошо-то, как же это прекрасно! И чего? Как мне дальше игра хочет? Ну, игра хочет, чтобы я лор почитал. Потрясающе. Так, чудесный день, да. Нет. 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 О, кстати. Какого черта ты там? Какого черта ты там, тварь? Не, ну да, получается это все, это софтлок. Я дальше не могу играть. Он в недосягаемой зоне. Его ни гранатами, ничем оттуда не получится забрать. Дела. Ладно, давайте. Да я понимаю, а что мне еще делать, прикажете? Что вы мне еще делать, прикажете? Это просто жесть. Просто вишенка на этом торте из говна сегодняшнего дня, ну. Ничего не поделаешь. Зато хороший шортс получится. Ну, понеслась. Like right ficker, надо, кстати, сразу обращать внимание. Появится ли какой-нибудь засранец или нет. Вот там вот внизу, надеюсь, что нет. А что происходит? Ты сейчас взорвешься? А, ты взорвался. По-моему, у меня получилось. Нет, не получилось. Получилось.
Бегуны такие прям противные. Такие тревожные. Это, короче, лучшие клиенты для психологов. Слушай, да, наверное, ты прав, почему бы и нет. Тем более, что я последний с дробовиками очень давно пользовался. Ну, тут-то понятно, да, там у него хп было на донышке. Вот этот весьма неплохо вносит. Не-не-не, стой! Только не проваливайся в текстурке Солнца Майя. Так, нет тут никого там внизу. Опять. Ой, там жирнич. Ну вот, пожирнище уже не так круто. Хотя нет, слушай. Он зачем-то в ближний бой в меня идет. Ну, вообще неплохо получилось, весьма. А что это тебе? Так, не... надеюсь, никого там опять внизу не появилось. Бай-бай. Это при том, что дробовик, кстати, не улучшенный. Так он хорошо насекает. Так, вот там. Обнимашечка. Ну, в целом я доволен. Я все патроны потратил, но... ничего страшного. Ай-яй-яй. Это я зря так. Так. О, здоровяк. А, еще один. Жирнич, блин. Еще один жирнич, это не очень хорошо. Я как-то этот момент забыл. Так, ладно. Доставай свои штуки, дырки. А, это не просто жирнич, это огненный жирнич. А, все, я вспомнил, да, я жирнича завалил своей ультой. Здоровяка не смог. А почему? Да нет, а как? Ну ты посмотри на эту скотину. Он автоматически мне добавляет эту долбанную карту. А, во, все. Ну-ка. Вот так топнули ножки. Применение раздавленного черепа создает сильную ударную волну, которая отнимает устойчивость у зомби рядом с вами и вызывает у них кровотечение. Все, давай, теперь с этим говном буду ходить. Нехорошо так делать. Автоматически карту кидать. Нормально, я по нему. Уснул. Так, нет там внизу никого? Да вроде нет.
На тебе. На колени! Щенок. И шо? А, ты же иммунен ко всему, да? Ну, это косяк. Реально ко всему иммунен. Окей. Ой, попал. Больно. Да ты достал. Нет. Только не сейчас, пожалуйста. Да, надоешь. Умри, падаль. Да подожди ты со своим голливудским бульваром, да, я хоть соберу ништяки. Так, а этот ништяк надо собрать там? Я помню, был кусочек лора. Не, кусочек лора не надо собирать. И на том спасибо. Да, игра меня знатно потрепала. Но и немало дала. Так, особенно надо следить за этими, за кусками зараженных. Они представляют особую ценность. Так, ну вроде как все, да? Пойдемте. Так, есть тут что вкусненького? Одна безвкусица. Да. Ну что ж, на сегодня мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто заходил на стрим. Если понравился стрим, пожалуйста, подпишитесь на мой Twitch канал. Если вы посмотрите это видео на YouTube, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Отдельное спасибо, Аймтоха, ты сегодня скрасил мое время. Было приятно общаться. Пока-пока.